It's Futurama the game! Отличные новости, друзья. Я продал Планетный Экспресс Мом. Ах ты... И еще почему на тебя эта дурацкая шапка? Что? Ах, это... Да просто так. Это искусство. Великое искусство. Вы спятили, профессор? Как вы могли продать компанию Мом? Это вынужденная мера. Мы теряли деньги. Возможно, идея о транспортировке одной посылки на гигантском корабле оказалась не такой прибыльной, как я полагал. Кроме того, вы трое никогда не платили за проезд. Да, простите, профессор. Простите. Да ладно. Да бросьте, это же не конец света. Это конец света, как мы и полагали. После сделки по продаже Планетного Экспресса злая Мом завладела 55% земли. Она стала ужасным диктатором. Вы не знаете, как Фрай включил телевизор в самый подходящий момент? Возможно, теперь всему человечеству настанет конец. Ситуация действительно мрачная. Мы оказались в заложниках умом. Да не переживайте вы так. Я всего лишь хочу внести одно изменение. Земля станет называться Момми. Ой, как мило. Кроме того, вы все мои рабы. Тот, кто не подчинится моим указаниям, будет уничтожен моими суперсолдатами. Ну ладно, ладно. Я признаю, что, возможно, я поторопился с продажей своего Планетного Экспресса. Это все моя катаракта. Итак, Земля в большой опасности. Как капитан, я предлагаю всем убираться отсюда. Я тоже. Я тоже, сестренка. На корабль! О, нет! У корабля опустились крылья. Кто мог все это сделать? На этот раз это не я, клянусь. Неважно. Нам нужно починить корабль и сделать это быстро. Лила, ты остаешься за пультом управления. Хорошо. Бендер, ты должен будешь привести корабль в форму. Но почему я должен заниматься этим? А ты, Фрай, ты... А в чем ты хорошо разбираешься? Я могу прорыгать весь алфавит. Нет, подождите. У меня есть для тебя дело, Фрай. Найди молоток. Есть. Похоже, требуется ключ-карта. Ой, закрой дверь! Молоток, прямо под крайне опасным повстанцем. Что случилось? На тебя обрушилось 2 тонны мусора, и ты умер. Как весело. Это так. Хотел бы я на это посмотреть. Я не понял. Если это я там лежу мертвый, то кто же я сейчас? Ты остался собой благодаря моему последнему изобретению, реаниматору. Каждый раз, когда ты умираешь, он автоматически делает твою копию, базируясь на ДНК и на твоей обуви. Ух ты! Когда ты его изобрел? Около недели тому назад. И с тех пор я пытался тебя убить, чтобы протестировать прибор. Так каково же оказаться на том свете, Фрай? Сперва все темнеет. Потом появляется яркий экран, на котором написано «Конец игры». Профессор, а вот тот молоток, ради которого я умер. Ты умер? А, можешь оставить себе этот мусор. Я просто пытался избавиться от тебя. Итак, если ты хочешь найти действительно нужную вещь, то найди мне инструмент, которого не хватает в моем наборе. Ладно, чего не хватает? Всего не хватает. Они где-то в здании. А без них я не могу починить корабль. Ты можешь найти их и принести обратно? Конечно. Что это? Какое-то руководство. Hey, a nibbler! I'm gonna collect all of them! Кажется, что Бендер снова что-то делает с паровым котлом. Мне лучше не наступать на черную смесь. That is gonna hurt me. Go Fry! I'll put this toward my college education. Вот так. Кажется, что я собрал весь инструмент профессора. Тупица такого. Эй, я тут очень занят. That is gonna hurt me. Чудесно. Теперь все мои инструменты на месте. Даже то, что мне не нужно. А что вам не нужно? Трудно сказать. Но есть одна часть, которую я никак не могу починить. Только не двигатель темной материи, только не двигатель темной материи. Двигатель темной материи. Ну черт. Разве у нас нет запасного двигателя? Ну конечно, у нас был запасной двигатель, но им никто никогда не пользовался, поэтому я утопил его. Вы его выбросили? Зачем? По той же самой причине, по которой все все выкидывают в Америке, чтобы получить оружие. Ну хорошо, Фрай, отправляйся к озеру и вылови двигатель обратно. Но это же ужасно, ведь по улицам ходят глухие опасные лунатики. Ну да, конечно. Тогда тебе стоит отправиться к озеру по трубопроводу. Ну а как насчет трубопроводных лунатиков? Я же дал тебе оружие, чего тебе еще нужно? Одежда из цветов прекращает этот треп и за дело. It's Futurama the game!